кускове. Плечом ноет настрой. По четвертому из квады уже давно волки воют. Позади рыжий лес, в душе бес воскрес. Страх мертвой тишины этих мест. На выносливость тест, адреналина всплеск. Счетчик Гейгера эхо в мозгу отдает треск. В глазах все темнеет, нет, это вокруг темнеет. Не может быть, это выброс, бежит скорее. Холодный пот бьет бегом в пот. Ветер поднимает обрывки земли в глаза. Но уже поздно, оба увязли в аномалию. Меньше секунды, два трупа, я уцелел едва ли. Теперь есть 3 минуты, чтобы найти укрытие. Помню, в километре отсюда завод мы видели. Видимо, зона не подпускает так близко зрителей. Но монолит тянет к себе все новых посетителей. Пройди сквозь боль, дождаться мне. Металла вкус, не чувствуя пульса. Вылазка за артефактом, самое время для фарта. Дойти бы живым мне с этого старта. Торгаш не явился, гад, оставил только карту. Я снова лезу в пасть к электромагнитным квантам. Снова к этим тварям, им только волю дай. И так превратили в некрополь этот клондайк. Паршивый денек, чтоб умирать ради денег. Рентгеном долбит по гену, зона плавится череп. Черед дошел и до мышц, рывок на возвышенность. В тумане, мани, вижу остатки пиршества. Первый растерзан напрочь, второй без ноги. Явно ручная работа ходячих патологий. В убогой амуниции остекленевшие лица. Ныряя в рейд по карманам, сейчас без принципов. Сквозь призму тумана пробивается солнце. Что тут у них, а водка хороша от стронза. Стопцы по спецназ, а мой АК не заряжен. Черт вот сложал, но я-то сталкер со стажем. Это не трудно сорвать джекпот на секунды. Встаю, тащу из кармана ножик попутно. Выстрел, не помню, а он был или не был, а? А я всегда так мечтал увидеть чистое небо. Стрела! Пройти сквозь боль, дождаться мне.